Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. Эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами
нашей академии. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Добрый день, коллеги! Сегодня предлагаю к рассмотрению следующую тему. Варианты фиксации конструкции на дентальных имплантатах. То есть мы с вами сначала говорили о планировании конструкции на имплантах, о видах конструкции на имплантах. Все, теперь мы говорим о варианте фиксации. То есть пациент к нам уже пришел на этапе протезирования. Мы четко знаем, какую конструкцию мы должны сделать. Вопрос, каким способом мы ее должны фиксировать. Существует два варианта фиксации конструкции. Первый – это винтовая система фиксации и цементная система фиксации. У каждой из них есть определенные плюсы и минусы. Давайте их рассматривать. Сначала рассмотрим цементную фиксацию. Что это такое? К дентальному имплантату в случае цементной фиксации мы должны сначала прикрутить, зафиксировать индивидуальный, желательно, абатмент. А почему индивидуальный? Потому что в сфере работы в эстетически направленном таком, скажем так, лечении нам необходим профиль прорезывания, и профиль прорезывания более, скажем, схожесть с естественными зубами дает, конечно, индивидуальный абатмент. Так вот, в случае цементной фиксации мы сначала к дентальному имплантату фиксируем индивидуальный абатмент. Вот у меня здесь он есть, я вам покажу. В данном случае это цирконевый индивидуальный абатмент. Мы имеем титановое основание, к которому вклеим этот индивидуальный цирконевый абатмент. Они склеены между собой. Внутрь дентального имплантата устанавливается титановая составляющая, да, которая вот имеет внешний шестигранник, совпадает с внутренним шестигранником в дентальном имплантате. Соответственно, конус тоже совпадает. И снаружи над слизистой имеем уже цирконевую, скажем так, культю, которая по своей форме повторяет зуб, который отпрепарировали под ортопедическую реставрацию. На нем имеется определенный уступ, да, и также имеется продолжение конуса для того, чтобы не было давления на слизистую в момент фиксации. То есть уже прогнозируемый профиль прорезывания здесь есть. Итак, это касаемо индивидуального абатмента. Есть еще и стандартные становые абатменты, но лучше, еще раз повторюсь, использовать индивидуальный абатмент, пусть даже не цирконевые, пусть они будут целиком из титана выполнены и отфрезерованные из клинов. Далее, на эту культю, которая уже наддесневая, мы должны зафиксировать коронку. Мы ее можем зафиксировать только на цемент. Соответственно, вопрос, какой цемент мы будем использовать. Либо это будет постоянная фиксация, либо это будет временная фиксация, либо это будет так называемая улучшенная временная фиксация.
То есть, если мы говорим о временной фиксации, то мы можем просто эту конструкцию зафиксировать на темп-бонд, да, без единого времени. Если же мы говорим о более продленной фиксации, так, мы можем использовать там, тот же ценный план на основе силикона. Если речь идет об циркониевых индивидуальных абатментах, то мы должны использовать только лишь постоянную фиксацию, постоянный цемент. На временный цемент данный вид конструкции не фиксируется. В чем преимущество этого метода? С помощью индивидуальных абатментов мы можем нивелировать угол наклона дентальных имплантатов. И тем самым посадка не одиночной коронки, а мостовидного какого-либо протеза или там на нескольких имплантах, посадка в случае индивидуальных абатментов будет у нас пассивной всегда. Соответственно, если мы фиксируем на цемент, у нас будет основной недостаток с вами. Это выплеск материала, так, в десневую борозду, то есть внутрь десневой манжетки. И убрать его оттуда довольно-таки сложно. Если пронаблюдать спустя год, спустя два, при расфиксации коронок с временной фиксацией, мы снимаем абатмент и видим то, что есть оставшиеся от цемента следы. Так, это переимплантит, и это основная проблема, с которой мы сталкиваемся в случае цементной фиксации. Поэтому, если вы выбираете путь фиксации на цемент, особо тщательно в момент фиксации нужно убирать остатки и излишки материала. Это все очень легко звучит и легко провести, если у вас десневая манжетка там всего лишь там 1 мм глубиной. А если речь идет о заглубленном дентальном имплантате, когда у нас соединение имплант-абатмент находится очень глубоко под десной, то это значительные трудности влечет за собой. Здесь нужно уже рассматривать будет какие-то другие элементы фиксации, варианты фиксации, и, скорее всего, это будет цементная. Теперь, что касается винтовой фиксации, что мы имеем? В случае винтовой фиксации мы сразу к титановому основанию вклеиваем не культю, не аналог культи, а вклеиваем сразу коронку, которая вот в данном случае циркониевая коронка, которая отфрезерована была, смоделирована и вклеена сразу на титановое основание. Так вот, это и будет являться винтовой системой фиксации. Внутри коронки вы видите, есть шахта, сквозь которую происходит фиксация, так, закручивание, вкручивание этой коронки. После чего эта шахта будет заполняться композитным материалом, так, и в последующем основное преимущество это то, что в любой момент мы можем убрать отсюда композитный материал, так, выполнить раскручивание и провести имплант-сервис в случае необходимости. Это удобно, но требует высокой точности в снятии оттисков. И когда у нас с вами два импланта, три импланта в конструкции находятся, то вот эту вот параллельность соблюсти очень трудно. Потому что здесь есть у титанового основания наружный шестигранник, в импланте есть внутренний шестигранник, и они должны очень четко друг к другу входить. Если не будет параллельности, то будет это происходить в распор, и будет либо же нагрузка высокая на винт может происходить, отлом винта может происходить
трещина в конструкции, если она цирконевая, если же она металлокерамическая, то даже может проходить и происходить отлом шейки дентального имплантата. Вот это вот будет действительно очень значительная проблема, влечет за собой переделку и дополнительные хирургические вмешательства. Это что касаемо винтовой фиксации. Еще, в каких случаях мы используем винтовую фиксацию? В тех, когда межальвеолярная высота очень маленькая, а коронку зафиксировать надо. Поэтому, если это спланировать изначально, то мы можем использовать абатменты, которые позволяют именно язычную фиксацию винта, язычное закручивание винта. То есть сверху мы не можем закручивать, так, потому что у нас межальвеолярная высота маленькая, а фиксировать конструкцию как-то надо. Тогда мы сбоку, с язычной и нёбной стороны, такую конструкцию можем фиксировать. Это что касаемо винтовых систем фиксации. Что касается непосредственно нашей практики, то в ней мы зачастую используем в случае мостовидных каких-то конструкций, мы используем цементные фиксации. А что касается фиксации одиночных, то, как правило, это винтовая система фиксации. Плюс ее в том, что мы в случае раскручивания винта можем заменить его и дофиксировать эту конструкцию. В чем проблема? В том, что одиночно стоящая коронка, она испытывает больше различных косых векторов силы в момент оживания, нежели это мостовидная конструкция. Следовательно, нагрузка на винт в данном случае намного выше. Поэтому в результате этих нагрузок может происходить раскручивание винта, соответственно, коронка начнет болтаться, так, это будет вызывать воспаление в области слизистой. И если у нас с вами цементная фиксация, то и постоянная фиксация на диоксидцирконевом абатменте, то мы никогда не сможем снять эту конструкцию. Придется искать, где же эта шахта, да, чтобы раскрутить. Так? А в данном случае мы легко убираем отсюда композитный материал и выполняем так называемый имплант-сервис. В своей практике каждый специалист сам выбирает, что в его руках работает лучше, что в его руках дает более отдаленный положительный прогноз. Да? В конце концов, все, что мы делаем, направлено на то, чтобы получить положительный результат в отдаленной перспективе. Поэтому, если вы идете по тому пути, что вы регулярно будете вызывать пациентов, они будут приходить к вам на профилактические осмотры, вы будете постоянно проводить имплант-сервисы, то тогда, конечно, лучше использовать винтовую фиксацию. Плюс, когда мы говорим о протезировании на 6 имплантах, на 8 имплантах, когда мы изготавливаем мостовидный протез протяженный, то тогда, безусловно, как мы разбирали в предыдущем видео, я на живой работе показывал, нужно использовать цементную фиксацию. Потому что эти работы постоянно нужно наблюдать диспансерно, это первое. Второе, в случае коррекции приходится постоянно ее снимать. Вот. Это даст определенное удобство. Итак, а что касается нашей практики, то в ней примерно 50 на 50 мы используем. Если фронтальная группа зубов, то, как правило, мы цементную фиксацию используем. Практически всегда у нас индивидуальные циркониевые абатменты. А что касается боковой группы зубов, то здесь мы используем винтовую систему фиксации. Итак, мы разобрали, какие варианты фиксации ортопедических конструкций к имплантам существуют.
их плюсы, их минусы и в каких случаях используется какая. На этом все. В следующем видео мы с вами разберем получение оттисков с дентальных имплантатов и интраоральное сканирование. Всего доброго, до свидания.